Я все ела и ела, и не могла остановиться. Эй, только мой дом не ешь! Упс, а я его уже съела. Ничего ему не говори. Ну, молодец. Ну и что ты наделала? Как мы теперь это все будем спасать? Нам надо собрать 5 миллионов. 5 миллионов, чтобы спасти планету? Ну, ничего себе, и где нам их взять? Акула, стой, расскажи, как все началось. Планета в опасности. Морские существа в океане все поедают. У меня есть идеальное решение. Моя акула будет расти быстрее и больше, чем они. Спаси нас, нано-акула. Валеришка Си. Финал! Всем привет! Вы на канале Валеришка Си! Привет, котята! И наша акула спасает мир сейчас! Ой, это кто там большой такой? Плавный? Это какие-то еще небольшие микробики, да. Но наша акула уже начинает чистить океан. О! Она подросла. Смотрите, она какая! О! Вау! Вот вообще, вот эти большие существа, о которых говорили ученые. Да. Надо акуле срочно их съесть. Надо все сожрать вот такую. Потому что они растут очень быстро. Да. А ей надо расти еще быстрее. Вот она уже может съедать этих каких-то креветок розовых. А кто? Она сейчас всех съест и поможет спасти планету. А кто теперь против нее будет, если она уже розовых может поедать? Не знаю, друзья, давайте посмотрим, кто следующий, какой... Зверек нас ждет здесь. Да. О, вот, я открылся следующий уровень. Акула отправляет. Вау, ты креветка. Видела? Это и есть креветка? Она огромная. Но наша акула, давай подрастай скорее. Наша акула поедает всех быстро. Слышь ты, креветка. Креветки непрозрачные. Ну, это особенные какие-то креветки. Это же мутирующие креветки. И наша акула должна сейчас спасти... Да я расту, ребята, как могу, так и ем. Растет. Она быстрее должна расти, чем они. Вот, наша акула молодец, она справилась с первым уровнем, а сейчас они встретились все втроем. В этом уровне очень прикольно. Помните, наша рыбка с чего начинала? Рыбка. Помнишь, Валеришка, когда ты ее купила только и принесла домой? Помните нашу первую часть? Ребята, помните, ставьте свой лайк. Потом, как дельфинчик выбирался. Рыбка помогала, а потом дельфинчик помогал. Да, из океанариума, помните, выбирались? Но сейчас, по-моему, они охотятся на нашу акулу. Они не могут, почему? Она еще небольшая. Смотрите, они хотят что, ее тоже съесть? Да. Они тоже стали сейчас все поедателями. Надо срочно ей спасаться. Просто они не поняли ее. И наша акула отправляется в снежный ураган. Просто ее не... Ничего себе, смотри, она пингвинов ловит. Еще один. Давайте еще один. Ура. Акула, давай скорее. Тебе нужно быстренько подрасти. Я как будто пони вылечу. Да. А смотрите, у нас уже какие-то... Это кто летает? Ребята, кто летает? Череп. Ой, давай, съедай скорее. Так, наша акула молодец. Не могу понять, какая птица летает. Ребята, кто знает ее название, пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, нажимайте на красную кнопочку. Давай прямо здесь будем сидеть. А наша акула должна сейчас срочно подрасти. Кто же ее ждет в этом уровне? Кто же будет ее враг? Не знаю, ребята, мне даже любопытно узнать. Кто там у нас, кто ждет нас с этом уровне? Кто? Да ладно, белые медведи. А это кто? Рыба-медь или... Нет, это не знаю, ребят. Кто знает название этой рыбы, пишите в комментариях. Да. Потому что, честно, я не знаю. Может быть, даже такой рыбы не существует. Наша акула срочно должна подрасти, чтобы спасти мир от этих каких-то жутких существ. Ну ладно, мишки еще не жуткие. А вот это кто это? Что это за рыба странная? Мама, скажи, противно смотреть на нее. Она странная, она черная, но с большим носом. Наша акула не может с ней справиться. Да. Ничего себе. Так, друзья. Боченьки, уйдите. Мне нужно срочно подрасти, чтобы я могла кушать хотя бы медведю. Так, мишки, только носка. Ай, ее сейчас проколет. Это страшная рыбка. Не получается ей еще никак подрасти. Наша акула отправляется на свою... Идь. Ну что ж, я еще ничего не могу съесть. Нам нужно срочно подрасти. Я продолжаю кушать. Пингвинчиков. Маленьких пингвиненков. Ну, надо съесть уже мишку. По-моему, ей же открылся уровень с медведями.
А ну-ка, давайте глянем. Акула, ныряй ниже. Нет, с бочкой. Сейчас я бочку съем. Ну, давай, бочки. Давай, рядочка. Так, бочки она съела. Ну что, акула, ты подросла немножко? Но не дырили, она еще не... Пока ее только бьют и ранят эти рыбки. Ну что же, никак мне медведи не откроется. Я очень стараюсь. Наша акула совсем беспомощная по сравнению с такими огромными мишками. Что же, придется тебе еще пока кушать... кого он там ест? Пингвиненков маленьких. Ну, когда нам уже? Может, хотя бы маленькие мишки открылись? Нет, еще никто не открылся. Ну почему? Наша акула, надо еще расти, надо кушать активнее. Ну хорошо, я буду кушать активнее и активнее, думает акула. Быстрее, быстрее, поедай всех. Вот, все, маленький медвежата, ты можешь уже съесть их, подрасти. Так, все, понеслась. Да. Отлично, но большая рыба, кстати, ей так и не открылась. Да. И мы узнаем, откуда взялась акула. Она тоже попала в океанариум. И сейчас ей нужно выбраться срочно из него, потому что ее ждет океан. Но здесь, смотри, они огненные. Акула наша, аккуратнее. Она начинает расстраиваться, она не может по этим огненным. Ой, они же это, она же горит. А люди смотрят на нее и думают, что с акулой происходит? Что, я в океан хочу. Куда я еще? Я хочу в океан. Давай, акула, скорее рвись. Давай повыше. Ну, сейчас я попробую, смотрите, наберу силы. Давай. Ну. Еще наберу силу, сейчас вот разгончика возьму. Понеслась, давай. Акула, давай. Давай, акула, ты вот сама. Так, я сейчас побегу. А что люди, интересно, думают, когда видят там акулу прыгающую? Вот, смотрите, вот, получилось, молодец. Она как дельфин, смотрите, то же самое делает, как у дельфина в океанариуме. А ты уже был в океанариуме, кстати? Я была. Ты была? Да, мы с Валеришкой ходили в океанариум. Но очень хочется еще с дельфинами поплавать. Кто-то уже плавал с ними? О, нам рыбу начали кидать. Наконец-то, я уже голодная. Меня никто не кормит. Наконец-то нашу акулу начали кормить. Ей кидают рыбку. Давай. Все, я все поедаю. Мне нужно срочно вперед двигаться. Ну где же выход? Да, кстати, здесь нет выхода в океан. Что же делать? Тебе надо, наверное, нарасти, а потом выйти в океан. Давай, расти, просто кушай, акула. Расти. Ура, наконец-то я в океане. О, какая большая. Ничего себе, акула. Софья, все, наша акула подобралась куда-то в странное место. Акула, ты что там ешь? Не знаю. Что это у тебя там такое? Я камень ем. Наша акула, по-моему, начинает уже есть то, что не надо. Да. Акула, ты же должна была освободить океан. Просто от каких-то больших существ. Да, но я проголодалась сильно и очень хочу покушать. Ать, что бы еще скушать? Акула, ты ешь уже землю. Да. И вот наша акула продолжает поедать. Да. Что? Она уже все поела. Она достигла уже планеты. Земля. А что это такое красненькое? Мне очень любопытно узнать. Мне любопытно узнать, что это. А что она такое вкусненькое? Может, это красная икра? Нет, акула, это не красная икра. Это земля. Ой, она очень вкусненькая. Правда, твердо немножко. Акула. Зубы могу поломать. Но я очень стараюсь прогрызть. Не-не-не. Акула, в другую сторону. Зубы застряла, это земля. Смотрите, какие тяжело дается земля. Как будто камни ем какие-то. Ой, это леденцы красные, клубничные. Застряли зубы, акула. Мои зубы застряли. Смотрите, у меня правда зубы застряли. Акула, давай ешь все подряд. У меня зубы заболели. Отведи меня к стоматологу. Я не могу, у меня уже все зубы, гляньте, сжались. Акула, ешь. Что ж такая твердая эта земля? Давай, акула, пробирайся. Есть все подряд. Ничего себе, ей открылся следующий уровень. Может, не надо? Нет, я хочу покушать, я очень голодная. Застрял опять в зубе эта еда. Давай, вот так. Давай, разгоняйся, просто разгон бери и понеслась. Тебе нужно так вправо и влево. Вправо, влево. Да, вот так. Ой, наша акула прям начала прорываться. Ой, я уже поняла, я начала быстро все кушать. И наша акула поедает.
Земли. Это точно вся Земля. Акула, стой, может, не надо? Надо. Я хочу съесть всю Землю. А давайте посмотрим, что там за оранжевый слой. Может, это апельсинка? Акула, какая это апельсинка? Не знаю. Давайте проверим. Ой, что-то красивое, желтенькое. Это ядро Земли. Ты же взорвала землю, акула! Иди кушай все. Ой, какое оно все вкусненькое. Это мармеладки. Вы даже не представляете, это было так все вкусно. Все, наша акула, по-моему, поедает все, что не нужно было ей съесть. Наши ученые, по-моему, переборщили. Акула, где ты кусочек свой потеряла? Все. И наши ученые спохватились, говорят: о, ноу! Наша акула стала слишком большой, нужно срочно отключить рубильник. Но рубильник не работает, кто-то перегрыз провод. Валерий, кто провод перегрыз? Акула. Вот так, как всегда, наши люди что-то создали и переборщили. Да. Ребята, это была очень крутая история. И акула сожрала всю землю. Да? Ну что, хотите бонус на уровне? Тогда пишите в комментариях. Я умираю. Поиграйте еще в Tasty Blue. Да. И мы обязательно в нее поиграем. Это где мы? Это мы с вами отправляемся в следующую серию. Да. Пока-пока, ребята. Мы вас были очень рады видеть. Да. Встречаемся. В следующей серии. Пока.